О том, что кинопленки более 120 лет, и она одна из самых надежных хранительниц информации, кадеты второй гимназии узнали, что называется, из первых уст, посетив Российский государственный архив кинофотодокументов. Любознательные экскурсанты заглянули в святая святых, отдел реставрации. С интересом и пользой провели время в кинозале за просмотром поистине уникальных фильмов. В одном из них самые первые кадры в истории из Парижа, снятые в далеком 1895 году. В России же первая киносъемка состоялась всего через полгода. Ею стала коронация императора Николая II. Экскурс стал большим подарком для пытливых и любознательных школьников. В канун Дня народного единства путешествие в прошлое своей великой страны – дополнительная мотивация изучать историю многонациональной России. Мы ребятам рассказываем о том, что значит этот день. Мы пытаемся научить их любить свою родину, Россию. Мы рассказываем о великой силе документа, в том числе аудиовизуального, доступным для детей языком. Я давно хотел посетить государственный киноархив. Я заранее узнал много интересного. Я внимательно смотрел фильм про кинопленку и про кинодокументы. Данная экскурсия мне очень понравилась. Впечатлениями от увиденного ребята поделились с заместителем главы округа Натальей Тимошиной на церемонии возложения цветов к недавно открытому памятнику фронтовому кинооператору. Это еще одна памятная страница истории, но уже малой родины – Красногорска. В преддверии праздника особенно ценны и памятны подобные мероприятия. Нашу страну, наш городской округ ждет День народного единства. И действительно, это праздник, который должны знать от мала до велика. И сегодня как раз одно из этих мероприятий с кадетами гимназии номер 2, 3 класс, которые сегодня, ну я очень надеюсь, провели плодотворный день, потому что они не только посетили госархив, и действительно мы говорим о том, что мы гордимся, что у нас на территории нашего городского округа наши дети имеют такую возможность. И не только дети. Возможность провести праздничные дни насыщенно и плодотворно будет у всех красногорцев и гостей округа. Здесь пройдут многочисленные мероприятия. Пожалуй, самая масштабная – большая патриотическая акция с участием коллективов Подмосковья.